Всем привет, ребят. Ну что, давненько я уже не снимал колду мобайл и решил сегодня побегать, пооткрывать накопленные сундучки. Я уже практически дофармил сотый левел в батл пассе, то есть открыл пушечку последнюю, которую там дают, топовую фиолетовую. Ну, возможно, мы сейчас сундуков еще поднимем. Ну, дальше уже будут эти сундуки. Единственное, что надо выполнять каждый день, задание с королевской битвы. Она реально очень геморная, ее долго проходить. Опыта, конечно, здесь дают побольше, но по сути, если фармить, то лучше все-таки фармить в хилхаусе. Я уже показывал, как это делать. Там очень быстро все делается. Как обычно, немножко подвисает. Надо переходить на обычный код, заставить себя. Так, это эксперка 50-я. В принципе, неплохая. Так, не знаю, как там у вас со звуком. Ну, надеюсь, все good. Вроде выкрутил получше. Сейчас дофармим и пооткрываем с вами сундучки. Так, надо убить одного в сетевой гранаткой и на обратном отсчете. Залететь. Так, и приземлиться надо было на... Помню куда. На отсчет. Вряд ли мы туда долетим. Ладно, побежали в самый центр. Может, кто-то у нас уже кильнет сразу. Я, кстати, хотел сюда приземлиться на этот прожектор. Да, что-то по пухам печально. Будем ножичком разбирать. По-любому должен быть не один. Так, First Blood. Давайте поменяем. Странно, странно, что никого нету. Сундучки поменялись, обычно тут зеленые были. Так, есть. Первый есть. Первый готов.
Спасибо, бро. И нас выручил. Реально здесь очень обалденно лутаться. Так, тихо. Это был я. В принципе, если падать сюда в центр, зона в 90% заканчивается здесь. Так, фиалка есть. Блин, странно. Что-то сегодня здесь нету броников фиолетовых. Так, понял, вижу. Так, где-то у нас должен быть друг. Да, печально сегодня тут с дропом. Поехали искать приключения. А вот и наш АИР.
наконец-то. Так, у нас должны быть здесь друзья. Так, одного вижу. Да стой, куда ты? Еще один. Чего со всех сторон? Так, где-то еще один, а, вижу. Эх, ладно, побежали открывать. И такое бывает. На рукожопили, короче. Обидно, обидно. Так, окей. Поехали в комплектике. Так, ну что у нас накопилось за неделю? 14 рекламных ящиков. Ну, они, честно говоря, такие себе. С них нифига обычно толкового не падает. Давайте сразу же откроем. Бум. Карточки. Такое себе. Так, ежедневные ящики. 6 штучек. Так, калашик. Граффити. Так, боевые. Поехали.
Так, опять куча всякой срани. 500 очков. 2 за оружейный опыт на 24. Ну, видите, это оружейные карты. Так. Ну, вот эти вот самые интересные. Поехали. Так, и... Желтый снег. Ну, зелененький, насколько я понял. Окей. Поехали дальше. Так, гранатка. Блин, реально вот отсюда реально вытащить какую-то плюху. Так, осколочные кленовые листья. Показать мускулы. Ну, это у нас уже есть. Где? Вроде было. Эмоция. Так, глубоководная акула. Ну, такое себе. Сейчас посмотрим, пойдем по скинам. Так, уже есть. Плохо то, что выпадает. Так, это тоже уже есть. Ну, как видите, отсюда реально всякая срань. Асма, желтый снег тоже уже. Такс. А нет, это все-таки показать мускулы. Новая эмоция у нас. Граффити толстый Фрэнк. Ну, граффити это такой. Я этим не особо увлекаюсь. Так, посмотрим, что у нас. Камуфляжик есть на калашик. Так, хорошо. Камуфляж для техники. G-Series. Так, камуфляж предмета нету. На катер камуфляж у нас обычный. Шинку. Такое себе. Что интересного. Так, что у нас еще по оружию есть? М4. Ну, что она у нас сюда кинула? Будет по скинам. Все было. Так, что у нас есть? 207. Давайте еще обычный сундучок попробуем. Попробуем купить. Так, за 110. Давайте ящики черного оружия. Штучки. Опа, посмотрим. Бум. М16 синие граффити. Все равно эти цепашки девать-то некуда. Опять синие граффити. Уже есть 7400. Ну, скоро можно будет на М4 LMG накопить 20 000. Правда, надо, в принципе, это вполне реально. В общем, вот так вот, как видите, сундуки здесь ни хренище не падает. Вот реально, сколько я всего заюзал, нифига толкового не упало. Ну, мы бьемся дальше. Пока красный маневр. У меня уже 91 левел, еще немножко, и мы сможем его забрать. В общем, вот так вот. Пишите комменты, кидайте заявочки в клан. Клан у нас есть. По чуть-чуть его дальше развиваем. Такой же, в принципе, как и ник. Так, что у нас тут новое? Это закрыто. Так, на 100 уровне. Скоро мы тоже... Добудем это. В общем, вот так вот. Всем удачи, всем пока.